Сегодня кандидаты на должность директора Департамента социального развития Югры презентуют свои программы. В Ханты-Мансийске проходит профессиональная конференция в рамках общественного этапа отбора кандидатов. На конкурс заявились 5 человек. Их предложения оценят больше сотни делегатов со всей Югры. По итогам конференции отметят 3 лучшие программы. Следующим этапом отбора станут теледебаты в прямом эфире ОТРК «Югра». Они запланированы на 28 ноября. Здесь все претенденты ответят на вопросы телезрителей. Аудитория сможет выбрать понравившегося участника. Последним испытанием для конкурсантов станет собеседование с главой региона. В программе претенденты на должность директора Департамента социального развития говорят о перспективах развития отрасли, о тех системных мерах, которые будут приняты им, если они достигнут такой высокой должности. Так уже проходили отборы в департаментах здравоохранения, спорта, культуры. И это действительно дает возможность именно учесть мнение профессионального экспертного сообщества.